Уважаемые, всех рад вновь приветствовать на этом канале. Саня Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео. Подкинули тут небольшую работу. Поделать мастик на кирпичных, точнее на стенах из блоков. Сейчас немного покажу рабочий процесс, рабочее место, как все оборудовано. Также посмотрите фрагмент, как работают англичане на больших стройках, если такое возможно, да? Потому что во всех стройках возможно слушать музыку, ходить без касок. Так, что, ребята? Такое вот рабочее место тут мое. Заделаю, видим, швы. То есть, где джойнт идет, да, пересечение стена со стеной. Так, работают здесь ребята. Видим, танцуют, музыку слушают. Так, тут, короче, такой мастик есть. Вот пистолетов два у меня. Шпатель, перчатки. Коробок для мусора. Здесь, короче, лестница моя, которую выдали. Сильно высоко не поднимаюсь, тут, в принципе, и не надо. Здесь вот на полный рост достается. И там чуть-чуть еще залезть, доделать, да? До туда, вот куда достаем. Тут, видим, рабочее место оборудовал. Крючок повесил для тейпа вешать. Здесь для ножа такой карманчик сделал, чтобы с поясом не работать. Ну и тут, в принципе, сам пистолет уже висит. Вот, ребят, видите, без касок работают парни. Стройка, кстати, большая, но тут не сильно, так сказать, по безопасности суетятся. Поэтому есть небольшая программа лояльности. Также прошу обратить внимание на перчатки. Видим, от мастика остается такой вот слой, как будто кремом помазанный, да? Это есть как дополнительная защита от пыли теперь. Так, пойдемте посмотрим, что тут Саня понамазывал сегодня. Есть такие места, где темновато, не особо хорошо видно, ну, так. Все, не будем смотреть, тут просто много комнат. Так, чуть-чуть пройдемся буквально. Посмотрим. Вот. Видите, такая работа. Мастикировать пересечение стен. Видите, как тут бриклееры работают. Между блоками дырки. Цемента нету. Надо поинтинг еще будет ходить тут делать какому-то хэндимену. Видите? На этом этот короткий репортаж со стройки завершается. Если ждешь больше роликов со строительных объектов, не забывай по возможности поддержать канал. Палец вверх под видео, комментарий. Для всех новеньких по желанию подписка на канал. И добавляемся, друзья, в соцсетях. Ссылки на мои соцсети в описании к каналу. На этом видео завершается. Всем спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.